Всем привет! Я журналист и пиарщик. В моей профессии почти всегда кризис и дикая конкуренция. А в данной ситуации нужно какое-то конкурентное преимущество. Этим преимуществом могут быть графические навыки. Но я всегда боялась этого. Я думала, что это очень техническая профессия, а я гуманитарий до мозга костей, и мне это будет очень сложно освоить. Один очень хороший работодатель предложил мне хорошую работу с одним условием. Если я готова учиться чему-то новому, ну, точнее, конкретно она перечислила, что ей нужно, и в том числе главное, основное, это навыки элементарного дизайна. И я пошла учиться к Никите Демидову. Это оказалось совсем не так сложно, как я представляла, но мне кажется, именно потому, что Никита очень хорошо объясняет, доступно отвечает на все глупые вопросы, он индивидуально занимается с каждым учеником, и я обучилась, не скажу, что очень многому, каким-то элементарным вещам, но что в итоге? Сейчас я работаю пиар-менеджером крупного медицинского центра в Екатеринбурге. Помимо журналистской пиар и рекламной деятельности, я делаю объявления, плакаты с акциями для ресепшена, буклеты с резюме врачей, баннеры для интернета и тому подобное. И в итоге сейчас я зарабатываю намного больше, чем за всю свою 10-летнюю карьеру. Если раньше максимум, который я зарабатывала, был 20 тысяч рублей, то сейчас 35. Всем удачи!